Я тебя увидел. Нет, он говорит, чуть-чуть поправился. Я уже не раз проходил и все время думал, вы здесь или не здесь. Как ты мог мимо, мы здесь. Ничего, что я снимаю. Нужно снимать. Привет всем. Здравствуй. Привет Кубе, там кому-то. Да, кубинец живой, жив-здоров. Наш, да. Да, строитель. Уехал? Да, 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 все там. Я ходил уже не раз, думаю, где Женя, интересно, да где Женя? Мы, да, уже два с половиной, ну мы не уезжали никуда, отлично. Мы работаем. Рассказывай, что здесь есть? Все есть, все стараемся нарастить, как и раньше. Вкусненько, хот-доги, шаурма, кофе. Интернет все, есть? Интернет, карты, платежи все, всех видов. Понял. Можно все, что... Всех наших любимых, дорогих гостей ждем. И новых тоже приезжих, всех ждем, всех обязательно. Любим. Да, особенно рады видеть тех, кто наши старые. Постоянные, это как кусочек, да, той жизни. Друзья, цены смотрим. Цены доступны. Эспрессо 50, допио 80. При старом качестве. Итальянский, да, кофе. Да, никаких, да, да, халтур. И тот кофе, который был раньше. Да, да, я помню. И здесь будет еще с автомата. Я не помню, ты шоколад, по-моему, выпили? Или, там мы или, все пили. Или американо. Кофе и американо, и горячий шоколад, какао пили. И чай имбирный вкусный. Слушай, ну, бомбу. Парень говорит, очень на Игоря покрутили. Ну, так со стороны вроде, а тут же много сейчас гостей, да, все, да, черноволосые. А потом ты такой поворачиваешься, и я такой пошел аж прямо. Так, друзья, возвращаемся в город. Женина точка. Да, да. Счастье и фастфуд. Место встречи изменить нельзя, друзья. Перекресток. Нахимова и Казанцева. А водку можно, но без радости.